Чуваши ввели в эксплуатацию первый дом, построенный с использованием механизма эскроу-счетов. Строительство 16-этажного дома по адресу Солнечный бульвар 6, корпус 2 в столице республики проходило с привлечением специального банковского счета, на котором хранились деньги дольщиков до завершения объекта. Напомню, это стало возможным благодаря изменениям в жилищном законодательстве. При этом с застройщиками, не обеспечивающими ввод объектов долевого строительства в установленные сроки, Минстрой ведет работу в тесном взаимодействии с администрациями городских округов и прокуратурой Чувашской республики.